Так, что же нам теперь с этим будет комплектом делать? Какой комплект? Нет. Ты сюда будешь заезжать? Да нет, выключай. Всем привет. Вчера видели, я отгрузил погрузчики на отправку в транспортную компанию. Сейчас машина едет в Воронеж до транспортной компании. Я приехал на рынок здесь, на авторынок, забрать шестерни. Я заказывал на раздатке. Вот шестерни. Это мы. Это шестерни большие, которые идут на привод НШ. И вот шестерни. А это большие на привод НШ. А это вот маленькие, которые идут на двигатель. Ставятся непосредственно. Вот это. Здесь у нас раздатки, которые будем сегодня отправлять. Это раздатки насосов на двигатель Лифан. Это раздатка моста. Здесь в комплекте шестерня ведущая, две шестерни, прокладки, болты. В общем, никаких проблем. Прикрутил к двигателю. Сюда прикрутил насосы. Два. Все уже есть. Прокладки на насосы тоже здесь в комплекте. Вот, сейчас будем отправлять. По поводу кит-комплектов. По-моему, снег срывается. По поводу кит-комплектов хочу рассказать. Значит, была мысль продавать кит-комплекты, то есть раму, шланги, цилиндры, колеса, мосты, все в сборе для сборки мини-погрузчиков. Ну, чтобы помочь самодельщикам, чтобы не изобретать чего-то нового, чего-то лишнего, не считать, не высчитывать обороты. Купил, готовый, собрал. Вот, как бы готовился, шел к этому, выложил даже на сайт кое-какие цены, там все шло нормально, но в один определенный момент я решил прекратить это дело с кит-комплектами. Объясню почему. По многим причинам. Первая причина то, что, ну, не первое, как бы, ну, по порядку пойдем. Причина есть в том, что, значит, погрузчик был спроектирован таким образом, чтобы его габариты были как можно минимальными. Я об этом говорил уже много раз на видео. Вот. И сборка его, это очень сложный процесс. То есть первый погрузчик будет собирать кто-то, если купит, будет собирать очень долго, много раз разбирать, переразбирать, потому что там есть определенный алгоритм, то есть порядок сборки, порядок действия. Если вы что-то прикрутили раньше, другое вы уже не прикрутите. Придется разбирать, либо мне придется каждому клиенту сидеть, все это дело разжевывать, отправлять фотографии. Это все очень проблематично. С этим есть проблема одна. Сейчас вот Андрей у меня заказал с Москвы. Сегодня буду ему отправлять раму как раз. Вот. И я уже чувствую, что будут постоянно звонки, как тут, как здесь, как что. И придется, вот как мы собираем погрузчики, каждый шаг, каждый этап фотографировать и ему отправлять. На это у меня времени нету. С этим очень трудно. Вторая причина в том, что цена на погрузчики не так высока, и, значит, прибыль с него получается не особо высокая. То есть там, как некоторые делают 50%, некоторые делают 100%, здесь остается где-то процентов, ну, 20-25.
то есть базовая комплектация, и стоит 250 тысяч, то комплект уходит где-то тысяч на затраты. Вот у меня затраты уходят где-то 1180-190. То есть понимаете, да, что прибыль остается небольшая, и кому-то заморачиваться с этим, ну не знаю, есть смысл, нету, самому варить. Это вторая причина. Третья причина — то, что мне много звонят с Украины, звонили с Белоруссии, из Казахстана, с Польши даже звонили. Есть такие товарищи, которые хотят покупать комплекты, собирать погрузчики и продавать их у себя там. Вот. Невольно напрашивается вопрос, по каким брендам они будут продавать. Если под моим брендом, то я этого не хочу. Как они соберут, что соберут, где-то начнут ломаться, сыпаться. Все-таки мы за качеством производства следим и стараемся, мы даем гарантию на свои погрузчики и стараемся, чтобы люди работали без проблем. Конечно, железяка, она и есть железяка, и заводские ломаются, но мы стараемся делать максимально качественно. Что там будут делать, продавать под моим брендом, не знаю. Как будут собирать, на отвали, на так, на авось. Не хочется свои наработки, свои старания портить, чтобы кто-то испортил. Тем более, что товарный знак у меня уже зарегистрирован. Вот именно Helper. Вот. И то есть без моего согласия никто не сможет делать и не будут делать. Я не буду никому давать согласие под моим товарным знаком делать погрузчики. Объяснил уже причину, почему. Вот. Ну и еще много причин, почему кит-комплекты не будут продаваться. Отменил. По раздаткам. Раздатки, да. Раздатки как бы буду делать, буду продавать самодельщикам. У кого есть проблемы, там насос соединить с двигателем, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Пишите, сделаю. Вот сейчас багажники, раздатки лежат, будем отправлять. Там еще заказаны раздатки. Вот. Если кто-то скажет дорого, ни хрена. Попробуйте сами, сделайте, посчитайте и подумайте. Может, у вас даже еще и дороже выйдет. Вот. Цены очень лояльные. Это, как бы так сказать, по ходу мы собираем. Ну, небольшая накрутка для того, чтобы люди работали не за так. Поэтому расклад такой. Сейчас поедем в транспортную компанию, там видео снимать запрещено, видеосъемка запрещена, но я постараюсь что-то там снять, что-то отфоткать, вот, и показать вам, как мы отправляем погрузчики. А так, подписывайтесь на канал, смотрите дальнейшее видео. Видео у меня не развлекательное, все видео по погрузчикам, может быть, кому-то надоедает, но у меня одна тема. Вот пока мы развиваем погрузчики, будет одна тема. Но почему интересно его смотреть? Потому что заказывают много дополнительного оборудования, заказывают, у нас заказали отвалы сейчас, щетки заказали коммунальные. Вот один товарищ попросил выход шлангов назад, фаркоп ему сделать, и еще попросил, было бы неплохо, чтобы щетка сзади стояла. Будем думать, может быть, как-то еще сзади как-то делать, чтобы поднималась гидравликой. Но это будем думать, продумывать. Вот. Многие задают вопрос, как трактор использовать. Там, посчитай без стрелы. Сразу скажу, что 300-й погрузчик как трактор не пойдет. То есть потянуть он потянет что угодно. Тележку с дровами, там он тяжелый, он весит 700 килограмм. Протектор хороший, тяги хватает, но в пахоту, в основном трактор используется для пахоты. В пахоту он не пойдет, потому что он низкий. В основном это как считается, как вид деятельности, как коммунальная. То есть те же щетки, те же косилки, те же отвалы, снег чистить, ковши. Где-то там что-то может быть, вилы палетные до 300 килограмм поднять куда-то. Но не для пахоты, потому что ну, он будет ехать, будет копать. Ну, все равно, низкий он. Низкий для этих целей. Вот. Ну, как бы и все рассказал сейчас. Так что смотреть дальнейшее видео. Буду показывать, как будем собирать.
различное навесное оборудование, смотрим, прежде чем собирать, смотрим, какие есть варианты вообще. Потом начинаем что-то выдумывать свое. Сначала упрощать, потом усиливать, чтобы не развалил, сделать запас прочности. То есть сначала удешевлять, как можно удешевить в цене, чтобы было доступно. А потом кое-какие узлы усиливать, делать запас прочности. Поэтому как бы все наши, скажем так, узлы, агрегаты, они не скопированы откуда-то. Взято все по чуть-чуть. От того все самое лучшее. И потом собирается свое уже. Вот, а сейчас поедем отправлять в транспортную компанию. По ручке он стоит наш.